Премию «Чартова дюжина» группе «Би-2» вручали мы с Вахтангом Махарадзе и актриса Ольга Ломоносова, сыгравшая в сериале «Дежурный ангел». В том сериале, в котором Ольга играла главную роль, такой главной темой звучала песня «Ее глаза». Она меня очень вдохновляла. Спасибо, ребят. Правда, я каждый раз приходила, слушала, и прям, ну, я получала какое-то невероятное удовольствие. Так что спасибо вам огромное за песню. Мне кажется, она удалась. В 2010 году в хит-парад нашего радио попали песни «Шамбала», «Реки любви», «Вечная призрачная встречная», а песня группы «Би-2» «Ее глаза» провела на первом месте чартовой дюжины 4 недели. «Би-2» выступили в Олимпийском в сопровождении симфонического оркестра МВД под управлением Феликса Ароновского. Я глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упряки, вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то ангел кричал: прости, прощай, плавится душа, как свеча, развелась по сердцу печаль. И я навеки твой, ты ничья. Я сияние затмевает солнце, и замерзает кровь в ее тени. Такое счастье дорого дается, венец откуда ни взгляни. Любой валет в ее большой колоде падет, как жертва ревности слепой. Она одна и от меня уходит давно проторенной тропой. Где-то ангелы кричат: прости, прощай, плавится душа, как свеча, развилась по сердцу печаль. Я навеки твой, ты ничья. Прости, прощай, плавится душа, как свеча, развелась по сердцу печаль. Я навеки твой, ты ничья.
рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новое, а заново, один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. В долгом пути я заплету волосы лентой. И не способный на покой, я знак подам тебе рукой. Прощай с тобой, как будто с легендой. Дорога — мой дом, и для любви это не место.